Друзья, приехал на репетицию. Вот. Сегодня встретимся, кто придет на показ, Кибовская, в 20:30 я буду на подиуме, а сейчас репетиция. Друзья, а что у нас? Репетиция? В 20:30 ждем всех, проходите, вот самый крутой показ. Съемка окончена, я ухожу. Задаете вопросы ниже плинтуса, ниже пояса. Все, я ухожу. Подожди, пожалуйста, не уходи. Нет, Маша, мы по-другому договаривались. Нет, мне не интересно. Но мы все такие вопросы задаем. Нет, ты можешь задавать из дома два участникам. У нас тут репетиция к вечеру. Маша, ты идешь туда. Да ты что? А я хочу с тобой. Лев, что ты считаешь? Ой, ну посмотри, что люди пишут. Ты же мне обещал, что ты удалишь Машу. Ну, это нездоровая хуйня, правда. Я либо на показ с тобой не выйду, все сорву, я не знаю. Ну зачем мне вот это? Лев, это нормально. Я же не дом 2 тебе, что нормально? Хватит, безупречная репутация 2. Закончилась твоя, Лева. Нет, ты у всех брал интервью, теперь твоя череда, все. Я такую хуйню никогда не делал, Маша. Вот так мы готовимся к показу. Меня начинают красить потихонечку. Все снимают. Они меня, я их. Все снимают. Меня готовят потихонечку. Аня уже пришла. Смотрите. Все мы готовимся. Лёва, покажись. Зай, ну повернись на ёлку. Смотрите, какая красивая Аня. Включайте. Спасибо, Алина.